Итак, всем привет! Я приветствую вас на прохождении Врат Штейна 0. Я вам вот так вот сейчас покажусь, но впредь в сериях меня, скорее всего, не будет, потому что это новелла, и потому что я буду перекрывать абсолютно все, что можно, куда камеру не поставь, я все равно буду ее перекрывать. Итак, о чем повествует эта часть Врат Штейна? События у нас будут начинаться ровно с того момента, если вы помните, если кто все-таки смотрел мое прохождение Врат Штейна просто 2010 года, и именно с концовкой Курису, истинная концовка, которая на 3,5 часа, после, и там вот есть первая попытка, когда он спасает Курису и отчаивается. Так вот. События этой игры начинаются ровно с этого момента, и постепенно мы будем, в общем, ну, главный герой у нас отчаялся, почему он ее не смог спасти, то, что он ее убил в первой своей попытке, и мы будем, как это сказать, преодолевать себя на протяжении всей игры, чтобы добраться до второй попытки, где он возмужал, где у него появилась уверенность в себе и прочее. А путь этот длиною в игру. Итак, я убираю себя с экрана и думаю, нам пора начинать. Я немножко играла, поэтому там глоссарий в самом начале уже был активирован, так сказать. Поэтому нам придется прочитать, ну, ровно с того момента, как это, собственно, будет. Итак, давайте начинать. Надеюсь, игра не орет. Очень искренне надеюсь. Тут единственное... И, кстати... Знаете, что здесь за бред есть? Я замучилась с настройки голосов. Просто смотрите. Тут каждый голос отдельно. При том, что, видите, они у меня немножко отличаются, потому что... Ну, я, если честно, не знаю. При том, что базовые... Вот тут есть голоса где-то даже. Вот это вот... Не сильно на что-то влияет, вот даже не знаю. Ладно, попробуем как бы сначала вот так вот поиграть, а потом посмотрим, что да как. Давайте начинать, собственно. Люк открылся. Внутрь хлынул слепящий свет. «Где я?» Я прищурил глаза. Пылающий летний закат невыносимо ярок. Я не хотел выходить. Я просто хотел исчезнуть. Но... Кто-то с силой схватил меня за руку и выволокал наружу. О, он уже вернулся. И минуты не прошло. А Карин? У меня не было сил отреагировать на это привычное прозвище. Я упал на землю и обхватил себя руками. А Карин? Майюри подбежала и с беспокойством вгляделась в мое лицо. Но даже такая забота была для меня сейчас только в тягость. Не разговаривай со мной. Просто оставь меня в покое. Да ты весь в крови, что произошло?
Пап, принеси мне воды и полотенце. А еще какой-нибудь одежды. Давай. Кто-нибудь может объяснить, что здесь происходит? Пожалуйста. Ну же, быстрее. Ладно. Дару бросился бежать к двери, ведущей внутрь здания. Окарин, ты в порядке? Держись, не умирай. Прошу. Все хорошо. Он не ранен. Прекратите. Просто отойдите от меня. Оставьте меня в покое. Я не смог спасти ее. Более того, я забрал ее жизнь своими руками. 3 недели назад на этом самом месте. Я убил ее. Я убийца. Не вышло. Что бы я ни делал, все бесполезно. Все уже определено. Заранее. То же самое. Все так же, как было тогда с Маюри. Как бы я ни бился, результат будет один и тот же. Сколько ни повторяй, все будет вести только к одному результату. Сам процесс не важен. Ни путешествия во времени, ни прыжки в нем не смогут изменить результат прошлого. Я думал, что уже уяснил этот неумолимый факт. Но сейчас мне пришлось почувствовать его еще раз. Причем самым жестоким образом. Бесполезно. Это бесполезно. Все это было бесполезно. Все-таки я не могу спасти Курису. Я знал об этом, что все так и будет. Вот единственное, что меня смущает, тут субтитры идут в такт, как они говорят. То есть, с одной стороны, это прикольно, но пока ты дождешься, пока они в такт разговаривают, это бредово, при том, что скорость выстроена на максимум, и персонажи, которые быстро говорят, тут субтитры идут быстро. То есть, если они замедленно идут, ты ничего с этим делать не можешь. Как по мне, очень странное решение. Ну да ладно. Я устал. Столько времени без отдыха. Хватит с меня. Окарин, что с тобой? Я убил ее. Убил ее. Я такой кретин. Это все я виноват. Он убил Макисе Курису. Убил? Нет, этого не может быть. Не волнуйся, мы можем переместиться во времени еще раз. Просто оставьте меня в покое. Сколько ни пробуй, результат будет один. Да ты о чем? Хочешь сказать, ты сдаешься? Дядя Окарин. На твоих плечах жизни миллионов людей. Миллиардов. Блин, я пытаюсь спешить, потому что я видел этот текст, но не думаю, что это хорошая идея, видимо. Это был всего лишь один провал. Что бы ни делали, Курису не спасти. Нельзя изменить то, куда ведет мировая линия. Так, а здесь, кстати, это первое слово глоссария, но из-за того, что я уже играла, он как бы считает, что это слово... Я еще очень долго искала, где здесь глоссарий, вы не поверите. Здесь все так дебильно сделано местами, что просто... Я не знаю, зачем они это сделали.
Итак, мировая линия. Этот термин относится к бесконечному количеству возможных миров. Тем не менее, эти миры не существуют параллельно друг другу. Только один существует единовременно. Все, что случается на протяжении мировой линии от прошлого до будущего, было предопределено. Таким образом, вне зависимости от того, как вы измените прошлое, некоторой мировой линии результат будет стремиться к одному и тому же исходу. Так. Такова истина этого мира. Я понял ее уже давным-давно. Раз так, то придется привести тебя в чувство. Силой. Прекрати. Заставлять его неправильно. Я не могу смотреть на мучения Акарина. Если он не согласится, будущее останется прежним. Почему? Почему ты взваливаешь будущее только на него одного? Для него это слишком. Дядя Акарин единственный, кто способен наблюдать за мировыми линиями. А он этого не просил. Я думаю, если он попытается еще раз, то это только ранит его еще сильнее. Человеку не под силу изменить будущее в одиночку. Это невозможно. Именно поэтому врата Штейна и... Я могу понять, что ты чувствуешь, но я появилась здесь ради нашего будущего. В любом случае, я не могу вернуться в 2036, и я не собираюсь сдаваться так легко. Дядя Акарин, скажу только одно. Количество топлива в этой машине времени ограничено. Я говорила, что его осталось на два путешествия, туда и обратно. Но на самом деле топлива немного больше. Но даже так нам удастся переместиться во времени только на 344 дня. Не пройдет и года, как мы больше не сможем вернуться в 28 июля. Даже если это будет путешествие в один конец. Запомни, когда этот день наступит, я вернусь туда, с тобой или без тебя. До меня доносились чьи-то слова, и я не смог их понять смысла. Я не хотел ничего слушать, я хотел забыться мертвым сном. Просто пусть все кончится. Отпустите меня. Акарин. Акарин. Эй, Акарин. Тебе больше не надо так усердно стараться. Хорошо? Можешь поплакать, Акарин. Маюша всегда будет рядом с тобой. Акарин. Не знаю, из-за слов Маюри или нет, но из глаз полились слезы, и я принял решение забыть обо всем. С этого самого дня я перестал появляться в лаборатории гаджетов будущего. Так. Гаджеты вымышленно. Лаборатория только по названию. На самом деле это группа студентов, создающие странные изобретения. Ее основатель Акаба Рентаре описал ее как место, где он может воплощать свои стремления, нацеленные на неспровержимые... Неспровержение структуры управления миром. Чтобы попасть туда, спуститесь по Тюдори от станции Акихабара, затем... Когда вы доберетесь до перекрестка Суихирочо, сверните налево на улице Курумаебаши. Господи.
Далее проследуйте по переулку, что прямо перед следующим светофором, и вы увидите старое универсальное здание, именуемое здание Ахияма. Это на втором этаже. Тут, кстати, есть... Есть вот прокрутка написанная. Подожди. А. Ясно. Так. Ну, вроде второй... страницы здесь нет. Поэтому вперед из песни. Эпиграф замкнутой кривой. Одиннадцатое ноября, наверное. Прямо перед станцией располагалось здание УПИК, нового символа Акихабары. Так, подожди, 11-е, 23-е. Ну да, ноября, по идее. Так, давайте тогда сохранимся. Так, как же здесь это делается, боже мой. Так, ну окей. Хотя бы быстро здесь это делается, и то хорошо. В зале на четвертом этаже все утро проходила подготовка к съезду ТФА Технофорума Акихабары. Так, что-то, по-моему, музыка орёт. Так, подожди. Как же здесь это все? Так, надеюсь, более-менее нормально. Время от времени и японские, и иностранные университеты, лаборатории проводят здесь особые семинары и симпозиумы. Что бы это ни значило. Так, мой университет – Токийский электротехнический университет. Также принимал участие в таком семинаре по программе сотрудничества университетов и промышленности. Студенты должны были посетить этот семинар и предоставить отчеты научному руководству. Так, основанный как школа Денки в 1907 году, в 1949 году он стал университетом в Канде, Токио. Токийский электротехнический университет учит инженеров и ученых способствовать здоровому продвижению наукоемких технологий. Его основатели руководствовались принципом главенства практического обучения, и его образованный и исследовательский девиз таков: «Технология – это люди». Благодаря своему расположению он оказался глубоко вовлеченным в развитие Акихабары. Иначе они не получат зачет. Плюс ко всему, мне нужно было помочь одному из лекторов, адъюнкт профессору Изаки. Не, на ресепшене в общем зале я только что получил нужный мне список. Я ждал студентов, которые должны были прийти на лекции, чтобы отметить их имена галочкой. До начала выступления оставалось еще какое-то время, и зал почти что пустовал. Из тех студентов еще никто не пришел. Я скучал, но мне ничего не оставалось, кроме как ждать. Прошлый я даже представить бы себе не смог, что будет заниматься чем-то подобным. Однако впечатлить Изаки входило в мою новую цель жизни. Университет Виктора Кондрия. Да, он и был моей новой целью. Изаки участвовал во многих совместных с ним исследовательских проектах и обзавелся там обширными связями. И мне не пришло на ум ничего лучше, чем стать ассистентом Изаки. Кроме того, на этом съезде пройдет еще один семинар от университета Виктора... Так, пришло какое-то
достижения. Виктора Кондоря. Последний семинар здесь проходил летом. Конечно, это меня тоже заинтересовало. Летом. Да, флешбеки мы будем ловить часто, так что приготовьтесь. Ее образ, как живой, промелькнул у меня в голове. Я пытался попасть в университет Виктора Кондрия, чтобы узнать о проектах, над которыми работала Макис и Курису. И я хотел продолжить их сам. Конечно же, до гения Курису мне было далеко. Я знал, что при всем желании не смогу повторить ее достижений. Но если бы я смог сделать хотя бы 10% от этого... Сказать по правде, я удивлен, что смог оправиться так быстро. Ты это называешь... оправился, да? Ну, окей. Подумал я про себя и горько усмехнулся. И тут меня окликнул голос через весь зал. Извините. Я поднял взгляд и увидел девочку, идущую ко мне от лифта. Невысокая, хрупкого телосложения, словом, все в ней было таким миниатюрным. Я смог разглядеть у нее пару округлостей, которые не появляются до подросткового возраста, так что она, по крайней мере, не была ученицей младших классов, но... Может быть, из средней школы? Для обладательницы столь милого личика она чересчур пренебрежительно относилась к своему внешнему виду. Ее волосы не были уложены и топорщились во все стороны. Я даже не мог сказать, что ее одежда не особо соответствовала нынешней моде. Простите, где здесь находится комната для персонала? Я могу ошибаться, но, по-моему, Ринтара в этом, в аниме, наоборот, ее о чем-то там спрашивал. Ну да ладно. Ну ладно, потому что я, как понимаю, все-таки она здесь больше здесь времени провела, чем Ринтара. Ну да ладно. Это же семинар ТФА. Школьнице здесь явно не место. Наверное, она просто заблудилась. Я знаю. Сколько еще раз мне придется это повторять? Но от тебя я этого слышу впервые. А ты уже четвертый человек, которому мне это приходится говорить с тех пор, как я сюда попала. Хотя, может, я ошибаюсь. Может, так и было. Раздражение она достала карточку из своего пиджака. Это была одна из карточек, которые раздавали приглашенным гостям. На лицевой стороне были написаны ее имя и место работы. Так, что там? Технофорум Акихабары, гость, университет Виктора Кандрия США, Институт исследования мозга. Маха Хияджу. Не потрудились перевести? Окей. Почему бы и нет? Ну, в принципе, наверное, так и переводится это. Университет Виктора Кандрия, США. Институт исследования мозга. Так. Междисциплинарная область исследований, посвященная изучению мозга человека и животных. Ранее носили название нейробиологии. Они исследуют мозг с различных точек зрения, включая биологию, генетику, медицину, психологию, электротехнику. Я глянул на карточку, затем на нее, затем снова на карточку и снова на нее, и наконец понял. О, так вот оно что.
где ты нашла эту карточку? Спасибо, что принесла ее. Я тоже слышу в четвертый раз. Она вздохнула и показала мне другую карточку. Это было удостоверение с фотографией из университета Виктора Кондрия. Что? Точно такая же карточка была у Курису в другой мировой линии. Фотография на карточке, да, это определенно была она. Хияджимаха. Меня зовут Хияджимаха. Я тебе это говорю, потому что никто не может нормально прочитать мое имя. Ни по-японски, ни по-английски. И ты из средней школы? Университета? Виктора Кондри? Прекрати издеваться. При университетах не бывает средних школ. Да, верно. Тогда ты перепрыгнула через несколько классов? В отличие от Японии, в Америке перепрыгивать через классы не было чем-то из ряда вон выходящим. Курису поступила в университет в 17 лет. Да, прикольно. Но все же, такая молодая девушка и работает в университетской лаборатории. Можно тебя кое о чем спросить? Конечно. Кстати, в настройках почему-то написано, что голос Маха отключен. То бишь, чтобы его настроить, у меня нету никакой на этого права сделать. Как все сейчас по-русски прозвучало, главное склонение. И тем не менее, оно вроде не сильно орёт по отношению к Рентаро, но намного выше, чем Рентаро. Но, надеюсь, не сильно выбивается. Ты сейчас весьма шокирован, не так ли? Дай угадаю. Такая маленькая, поверить не могу, верно? Так, всё-таки меня смущает. Как это так может быть? Внезапно появилась. Да ладно. А что случилось вдруг? А, я, кажется, до меня доперла. Пока типа не... Хотя это бредово так делать на самом деле. Ну да ладно. Типа пока персонажи не появляются непосредственно в кадре, эти голоса почему-то отключены. Хорошее решение. Прекрасное решение. Или ты из тех, кто думает, она должна быть потрясающе делать такое в ее возрасте? Так, а вот сейчас, мне кажется, она как-то слишком тихая. Так, где она? Надо хотя бы вот так, наверное, поставить. Блин, ну вот задолбаешься, вот просто вот каждый голос... Она меня подловила. Смотри сюда внимательно. Девушка Хаяджимаха указала своим тоненьким пальчиком на какое-то место в карточке. Она родилась в 1989 году, а сейчас идет 2010. Значит, тебе 21 год? Иными словами, я взрослая женщина, и я не учусь в средней школе. И, конечно, я не из больших классов. Или яслей. С этими словами она выпятила свою грудь. Смотреть там было не на что, но я могу представить себе, как она говорит. Она выглядит больше, когда я не ношу одежду, а не огромная. И что этот взгляд должен означать? Ничего. Прости, прими мои извинения.
блин, ну вот как я вот должна вот каждый... Наверное, вот будет нормально, оптимально как-то вот так, наверное. Пока они не появились, давайте вот немножко прибавим это все. Блин, ну кто придумал, что каждый голос надо отдельно настраивать? Ну это же бредово просто. Притом вот реально настройки... вот которые были в прошлой игре, они более логичные были. Просто общие голоса и все. Зачем? Я не мог в это поверить. Она была старше меня. Если бы здесь был Дару, он бы, пританцовывая, кричал: «Легальная Лолия. Это Вин». Ай, блин, а. Так, Вин. Сетевой сленг, применяющийся для выражения восхищения положительных событием или опытом. Относится к персоналу аниме или манги, выглядящему на старше школьного возраста, но в действительности достигшему законных 20 лет. Так, вроде бы все прочитано. Ладно, неважно. Куда бы я ни приехала, по всему миру слышу одно и то же. Ага, оно и понятно. Ты что-то сказал? Нет, ничего. Но все же институт исследования мозга? Именно там работала Курису. Выходит, эта девочка... Нет, эта девушка может многое знать о Курису. Я сдержал порыв обрушить на нее град вопросов. Я посмотрел на брошюру с расписанием семинаров. Лекция от института Виктора Кондрия была поставлена последней и явно собиралась стать самой значительной из всех. Будет ли эта девушка Хаяджи Маха на ней лектором? Совсем как Курису на летнем съезде. Нет, постойте, наверное, этого никогда не происходило. Макиса Курису никогда не читала никаких летних лекций. Это произошло на мировой линии Альфа. В мировой линии, где я находился сейчас, еще до летнего съезда, она... Сегодня ты будешь вести лекцию? Нет, я здесь в качестве ассистента. А, ну и переводчика тоже. Я снова взглянул на брошюру и увидел, что лектором там значился человек по имени Алексис Лескинен. Алексис Лескинен. Профессор университета Виктора Кондрия и главный исследователь в Институте исследования мозга. Тема лекции – революция в искусственном интеллекте. Значит, да, звучит интересно. Если ты не занят, буду рада тебя видеть. Я приду. Ой, насчет комнаты для персонала. Я проводил Мака до зала с лифтом и показал, где находится эта комната. Спасибо. Больше у меня не было причин стоять здесь с ней. Я попрощался и только было собрался повернуть назад. Как вдруг... Открылся лифт, из него вышла женщина. Едва я увидел ее лицо, каждый волосок на моем теле встал дыбом. Кирю Моика. Я приложил титанические усилия, чтобы не закричать. Успокойся. Это мировая линия Бетта. Майюри жива. Моика не собирается ее убивать. Наши взгляды встретились. Глаза по ту сторону ее очков, как всегда, были лишены жизни. И по ним невозможно было определить, о чем она думала. Я лихорадочно отвел от нее свой взгляд, прежде чем она поняла, что что-то было не так.
На секунду она наклонила голову, но быстро потеряла ко мне интерес и вернулась к Маха. А вы здесь от того самого журнала? Я здесь насчет того интервью. Даже в этой мировой линии Моика продолжала разговаривать едва уловимым шепотом. Доктор Лескинен еще не пришел. Подожди-ка пару минут. Хорошо. Если хотите, я могу пройтись по самому основному, пока он добирается сюда. Благодарю вас. Они обе исчезли в комнате для персонала. Глядя, как они уходят, я сделал глубокий вдох. Попытка расслабиться ни к чему не привела. Кирю Моэка. Неужели это снова будешь ты? Ощущение было ужасным, словно кто-то провел холодным пальцем по ранам сердца. В ту ночь, когда из-за террористов перекрыли все метро Акихабары. Ту ужасную ночь, когда лишь я знал, что грядет нечто. Ты снова собираешься это сделать? Только уже здесь? Или я просто себе все навыдумывал? Была ли она теперь журналистом, а не раундером Серна? Раундер. Вымышленно, неофициальная группировка, работающая на СЕРН. В теории это независимая группа, проводящая технологические исследования. Раундеры размещены по всему миру, и их общее количество неизвестно. Их настоящей целью является розыск IBM 5100. Единственных машин, способных взломать скрытую базу данных СЕРНа. А также пересечение любых попыток исследований в области построения машин времени и захват таких ученых для работы на СЕРН. По большому счету, это наемники, не стесняющиеся при необходимости применять силу. Некоторые из членов низшего ранга делают свою работу, даже ни разу не вступив в личный контакт с другими раундерами. Так, СЕРН. Европейская лаборатория ядерных исследований. СЕРН, тем не менее, не является акронимом для этой группы. Его название происходит от французского... Ну, я не знаю французский, поэтому даже пытаться читать не буду. Европейское общество ядерных исследований. Эти группы предшественника... Лаборатория состоит из крупнейшего в мире ускорителя частиц в пригороде Женевы, Швейцария. Он пересекает границу между Францией и Швейцарией, и на его территории присутствует банк, библиотека, почта и жилые помещения, расположенные на поверхности. Исследовательские коллективы со всего мира, но преимущественно из 19 европейских стран, собираются здесь для проведения экспериментов в области физики элементарных частиц. Несколько тысяч человек работают на СЕРН. Нет, даже если Моэка была раундером, с СЕРНом нас больше ничего не связывало. СЕРН не станет следить за нами. Я сделал еще один глубокий вдох и взял пару таблеток успокоительного. Из кармана и проглотив их, запил купленной заранее минералкой. Пройдет 15 минут, прежде чем она подействует. Эти 15 минут всегда были для меня довольно тяжелыми. Усмехнувшись своему жалкому состоянию, я обессиленно опустился на один из стульев за столом ресепшена. Это что? Стол был покрыт листовками, брошюрами и прочими вещами для посетителей. Так, подожди. Сейчас я сохранюсь. Прям даже сюда. Да, перезапиши. Как-то это странно теперь выглядит, ну да ладно. А можно
То есть звонить нельзя. Окей. А настройки? Что здесь? Настройка обоев. Лягухи. Так, вроде... Здесь они, кстати, удобнее в разы сделали это. А какого? Фига. Ладно. Так. Тут Туру, Карин, как проходит подготовка к семинару? Семинар Сану? Да, блин. А да, я загружусь, а там... А тут есть вообще? Сейчас, секунду. Прям чуть-чуть. Блин, у меня тут... А, нет, оп. А-а-а, серьёзно? Как это странно. Кое-что случилось. Давай вот это. Кое-что случилось. А что произошло? Я чуть не столкнулся кое с кем ни за что не хотел бы встретиться. Все хорошо? Если станет тяжело, я думаю, можно уйти домой с половины семинара. Не могу. Со мной уже все в порядке. Спасибо. Смайлики, серьезно? Че, все на этом? А почему я не могу? Как это странно. Ну да ладно. Так, 40 минут, да? Так, стол был покрыт листовками, брошюрами и прочими вещами для посетителей. Мои глаза скользнули по одной из брошюр. Теория Накабачи и генеалогия псевдонауки. Эта брошюра была с семинара Изаки. Теория Накабачи. Статья, опубликованная им в России. Эта работа содержала в себе ключ к созданию настоящей машины времени. В тот день, 28 июля, Накабачи украл бумаги у Курису своей дочери и сбежал с ними. Я знал это. Только мы с Накабачи знали это. Я пролистал брошюру. Она оказалась кратким обзором большинства форм псевдонауки и поддельных научных открытий, которые появились в начале 20 века. Само по себе интересное чтение. В конце брошюры теории Накабачи была предоставлена очередным пунктом в этом длинном списке подделок. Значит, теория о машине времени профессора Накабачи была полностью проигнорирована академическим миром. Где все эти слова, известность и власть, которым он был одержим настолько сильно, что был готов расправиться даже с собственной дочерью. Из-за этого он не получил ровным счетом ничего. И ходили слухи, что после своего заявления он был заключен под стражу российской лаборатории, что самое смешное, он думал, что его чествуют как важного гостя. Какое-то время... В фиктивных академических журналах публиковались очерки интервью с ним, но даже из них было очевидно, что все это вскружило ему голову. Ирония заключалась в том, что теория Накабачи была полностью верной и абсолютно революционной.
Российское правительство было обеспокоено ее утечкой, и СВР делало все, чтобы держать ситуацию под своим контролем. Служба внешней разведки Российской Федерации, или СВР, российская спецслужба, осуществляющая внешнюю разведку. Ее штаб-квартира расположена в районе Ясенево на юге Москвы. После роспуска старого Советского комитета государственной безопасности, КГБ, новая СВР была создана по образцу первого управления КГБ. В России есть и другие спецслужбы, такие как Главное разведывательное управление ГРУ и Федеральная служба безопасности ФСБ. У каждой из них своя зона ответственности и специализация. Так. Но если заглянуть поглубже, то этот документ шла полномасштабная информационная война. Об этом мне рассказал путешественник во времени из 2036 года Джон Тайтер. Таким образом, это должно быть правда. Джон Тайтер. В ноябре 2000-го на американском форуме появился человек, объявивший себя путешественником во времени из 2036-го. Это стало интернет-феноменом, породившим бурю вопросов и дискуссий. Человек назвался Джоном Тайтером и выложил часть картинок из инструкции к своей машине времени, ровно как и объяснение принципа ее действия. Также он открыл кое-что из того, что должно было произойти в ближайшем будущем. Как работает вмешательство во временную линию. Основные принципы мультивселенной и параллельных миров, временных и мировых линий. Вследствие, спустя 4 месяца после своего появления, он оставил заключительное сообщение, гласящее, что он выполнил свое задание и теперь вернется в свой мир. Затем он исчез навсегда. Блин, ты к этому времени как бы уже должен был знать, что это Амана, не? Действительно ли разродится Третья мировая война? Нет смысла думать об этом. До начала действия таблеток оставалось еще немного времени. Я прикрыл глаза. Прошло несколько часов. А? Съезд проходил своим чередом. После выступления профессора Изаки большинство студентов из моего университета разошлись по домам. Но я просто убил немного времени и вернулся. Я хотел послушать лекцию от Виктора Кондрия. У меня была куча свободного времени, так что я отправился в зал и увидел выходящую из комнаты персонала Хаяджу Махо. Так, давайте на этом закончим. Я примерно понимаю, как должны идти события. И поэтому давайте... Так, подождите. Главное меню. Ну что ж, в принципе, серия насыщенная. Такая вот параидальная немножечко серия, где у нас Рентара вспоминает прошлые какие-то его кошмары наяву, так скажем. Но это самое начало путешествия, так скажем. Ну а с вами была Мисс Шепард. До следующей серии. Всем пока!